Добро пожаловать, друзья, на канал WebPlay. Меня зовут Владимир, и сегодня мы начинаем проходить игрушку под названием Planet Zoo. Приятного просмотра, друзья. Поехали. Ну что ж, друзья, начнем строить наш первый зоопарк, так говорится, да? Я уже чуть за кадриком побегал, посмотрел, создал уже парк, да, потому что там, ну, что-то попробовал просто. Фишка, такая тема. Короче, я смотрел много видосиков, да, у разных чуваков, да, и я не могу найти вот такую крышу у меня в объекте строительства, да, например, где я хочу построить такую крышу, у меня ее и нету. Я не знаю, откуда они это все достали. Пришлось мне скачивать с этого Стима, Steam мастерской, чтобы это все сделать, да? Потому что я не знаю, где-то стенка есть. Так, подожди, наверное, нажмем на паузу. Потому что нету, здесь ее нету, просто ее нету. Я не знаю, тут есть металлический, тут есть вот штукатурочная стена, вот. А вот из глины нету, не знаю, это или это баг, или это уже его убрали, или что-то, или надо это где-то отдельно докачивать, или это какое-то обновление. Вроде бы у меня топовая версия стоит на компе, но не знаю. Короче, ладно, черт не сниму, это, короче, это мы сейчас забираем. Ой. Так, нажимаем Ctrl-Z. Это просто сейчас удаляем, все. Потому что я не знаю, ну потом разберемся. Так, короче, я тут чуть-чуть наметил уже территорию, да, посмотрим. Тут, ну, короче, такая вот. Ничего только не строил, чисто так, чтобы это уже сделать с вами вместе. Тут вот так, короче, здесь у нас будет всякие рабочие места, ну, строения, там, это ветеринар, домик смотрителя, торговая система. Ну, а здесь у нас будет маленький какой-нибудь лаунж, типа, что-нибудь посадимся, короче. Так, короче, мы пока что на паузе стрим, давайте этим займемся облагораживанием нашей территории. Так, короче, тогда сейчас что мы поставим? Мы поставим. Я очень долго пытался записать вчера уже одну серию, но у меня постоянно что-то не получалось, что-то там ломалось, что-то там сносилось, короче, вообще полнейшая жопа была. Ну, давай, может, на этот раз как получится. Пальмовая... Так, короче, что у нас, как это выглядит? Чуть, может, побольше. Вот такой. Нет, подожди, у нас еще есть какая-то пальма должна быть. Это, ну, что, это у нас что за пальма? Так, секунду. Это пальма листохвостная. Не хочу. Я хочу по пальму. Другую пальму. Тандарин. Нет, не хочу. Это что? Фиксовая пальма. Финковая пальма. Вот такую. У меня красивая будет. Посмотрим, как она высокая. Нет, она не высокая. Подожди. Здесь другую должна, значит, выбрать. Какую-то более высокую пальмочку. Так, что это у нас? Листохвойная. Нет. Подожди, уже опять. Вчера вроде бы находил ее, а сегодня уже опять не могу найти. Что за херня? Палановая пальма. Нет, тоже не та. Это что, 140 стоит? Ебать. Это что такое? А, баобаб, ну понятно. Да, хорошо, ладно, черт с ним, сейчас, короче, найдем что-нибудь такое. Какую-нибудь пальму забубеним туда. Я хочу с одной стороны пальму поставить, и с другой стороны пальму поставить. Не знаю, какие такие большие деревья ставить, кому они вообще пригодятся, не знаю, без понятия. Ну да ладно. Блять, опять я... Ну что за херня? Дайте мне пальму. Так, это маленькая. Такая маленькая. Во, вот давай тогда это поставим. Так, короче, надо поставить сюда, чтобы... Довольно-таки большая она. Так, сюда, так. Поставим мы штучек. Сколько влезет тогда? Так. Раз. Повернем ее чуть-чуть. Ой, не-не-не-не-не-не-не. Так, Z, чтобы они как-то по-другому чуть стояли. Так. Довольно широкая крона у них, может быть, да-да-да. Поставим так сюда одну. Так, ну и хватит места здесь, да, отлично. Кроны большие, но ничего страшного. Так, вот так. И следующее, что мы делаем следующее, мы, короче, чтобы это все продублировать, закрываем это, нажимаем мультитул, и надо запомнить, чтобы не... И просто копируем, Ctrl-D, да, и поставим ее чуть-чуть по-другому. Так стоит, значит, зажимаем Z, чтобы в противоположном это все выглядело. Ну так, вот, отлично. Ну и сюда мы что-то забросим какие-то камушки, наверное, нет, так, чтобы более-менее так нормально выглядело.
Природа, камни, это что? Ну да, чуть несколько скачал несколько разных фишек, чтобы посмотреть, что это вообще как это выглядит. Довольно-таки прикольные люди там вложили, видно, что душу и сердце в этой пламя. Так. Так у нас земля довольно-таки светлая. Поставим что-нибудь такое вот такой. Только валун большой, огромный. Сюда. Потом, может быть, что-нибудь туда-сюда еще добавим. Так, камушек один, камушек другой. Ну и какой-нибудь такой. Вот между. Между пальм. Так, так, так. Ложись на землю. На землю. Вот, 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 вот. Так, отлично. Так. Какая-то зелень появилась. Потом что-то еще туда добавим, какой-нибудь декорчик такой интересный. Следующее, что я хочу построить дом смотрителя, да. Дом смотрителя мы будем строить. Конечно, можно и построить сразу, вот готовые, да, то такие. Но мы построим своими ручками, чтобы это более. Как было бы индивидуально, да? Так, чтобы по-другому это все выглядело, не так, как на шаблоне. Так, для этого надо идти в строительство. Так, стенки. Я буду строить пока что из бетона. Так, где двери? Двери. Будет полная стена. Так. Чтобы это все исправить, вот так просто зажимаем эту. Просто берем и тащим на нужную вам позицию. Не будем большие делать, конечно. Потом можно поэкспериментировать, конечно, в дальнейшем. Так, стенку нам надо просто. Стенку. Это что, бетонная стена 4 метра, да. Вот это нам надо. Чтобы повернуть ее, нажимаем Z. И опять же, видите, вставляем ее. Одну сюда. Ой-ой, не сюда. Так, стоп. Ой, не то. Ctrl-Z. Так, ну и вот тогда сейчас еще раз. Так. Раз. Два. Ну и туда нам мы здесь поставим окошко бетонное. Так, опять же зажимаем Z. И обощем ее вот такой херню. Доски. Так, это что, это двери? Это нет, это не нужно. Не нужны нам двери, нам нужно вот окошко. Так, опять поворачиваем ее. Может, конечно, так оставить, но не, я хочу вот так лучше поставить. Пусть был впритык. Так, значит, нам опять надо стенку. Это вот так, отлично. С этой стороны еще одно. Потом в дальнейшем мы просто будем менять середину, модули, все, и будем делать отдельные фишки. Отлично. Так, ну а здесь нам надо дверь, да? Нам нужна здесь дверь. Дверь, 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 дверь. Так. Вот так, отлично. Крышу мы сделаем. Давайте посмотрим, что мы можем с крыши делать, с каким мы можем сделать крыши. Так. Зажимаем Shift. Поднимаем наверх. Хм. Знаете, что мы сделаем ее наискосок. Да? Мне сначала надо бетоном поставить. Бетон поставить сначала. Так, это 4 метра. Бетонная стена 4 метра. Не, не хочу вот так. Нет, наоборот. Вот так. Нет, нет, подруга, ну, меняйся. Нет, у тебя надо вот сюда поменяться. Вот. Отлично. И это закроем. Опять прошемтать-то вот этим деревяшкой. Отлично. Ну просто супер. Красота. Красота лепота. Ну и закроем. Я бы, конечно, черепушкой накинул, но как я говорил, что металлической этой керамики у меня здесь нету. Хоть, блядь, тресни нету, есть тут всякие, блин, металлические, всякая шняга, да. Вот, например, возьмем крыши. Крыши полы, да. У нас вот только металл, шлакоблок. Штукатурка, стена четверть круга, да, и все. Я что, это металлическая крыша, угол. Что это у нас? Подожди, так, иди сюда. А, это угловая. В общем, могли вообще сделать, вообще шикарно могли сделать. Ну да ладно, уже сейчас уже по днях метаться. Могли вообще там какую-то такую космическую крышу сделать. Ладно. Так, значит, мы здесь нам надо. Что нам надо? Нам здесь нужно. Что-то вот такое, на подобие этого, да? Только чуть повыше. Так, это сколько у нас метров? 2, а нам на 4. 4 метра, нам нужно 4 метра. Это что, крыша 1 метр? Гипс. Так, а где у нас металлическая 4-метровая, 4-метровая? Алло, здрасте. Это вот 4. Ну, мне что-то не нравится очень это. Так что-то.
Да вот поставим такую. Да, поставим такую. Ну, это тут введем еще, можно вот поставить карнизы такие разненькие, да. Да, подожди, что это у нас тут? Это не то, не то, не то. Украшение крыши. Не, ну это сливы и так давно, это этим не будем сейчас заморачиваться. Ну и можно поставить асфальтная крыша. Что-то вот наподобие такого, да. Только чуть ниже. Да, пусть различается, да, отлично. Дальше, что нам надо? Нам надо дальше обозначить, что это такое у нас, да. Значит, сделаем мы следующее. Мы идем в объекты. Кажется, в объект. Нет, строительство. Вывески. Ну и ищем наши вывески. Состояние знаки, настенные вывески. Настенные вывески. Нет, 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 нет. Магазину. И вот, и вывески, и информация. Это у нас... Так, это мы, значит, так забираем наверх. С контролом вытаскиваем их, да. Так, контроль вытаскиваем. Ну и как-то ставим по центру вроде бы, да. Так, и выше, выше. Это значит, еще надо будет, в бок. Это вот так. Отлично. Отлично. И это мы сделаем. И подвесочку сейчас сделаем. Опять же, маленький выбор ламп. Да, ну что же делать. И вот сюда как-то, да, вывесим. Чтобы это как-то более-менее освещалось, да, что это у нас за место. Но это еще не все. Так, следующее, что я хочу сделать. Я хочу сделать какую-нибудь ограду. Только надо сейчас найти... Да сделаем из дерева. Вот такую штучку. Вот так раз. Ну, чтобы у них, знаешь, как-то более так красиво выглядело это все дело. Так, тихо. Ну, раз. Так, сюда еще поставим мы арку. Поставим арку вот такой вот. Ой-ой-ой, тихо, стопа. Она не вставилась, как полагается. Вот, сейчас она встала. Дальше. Мы посадим что-нибудь такое с природы. Посадим какие-то деревья. Сюда, да? Ну, небольшие. Нет, это не пойдет. Это тоже не пойдет. Это. Нет, тоже не пойдет. Ну, баобаб нас по-любому туда не залезет. Что это? Вот, что-то вот уравнодобие этого. Вот сюда, вот так, как сейчас повернем. Вот от... Так, секундочку, сейчас подправим. Отлично. Ну и какие-нибудь растения туда забубенить. Разнообразные, да? Кустики, шмустики. Такой маленький деревце поставить. Так, подожди, так, секунду. Нет, что-то как-то он... Да баобаб, это отстанет меня уже. Или вот надо было... Нет, надо было вот это построить, да? Это мы сейчас убираем. Delete. И ставим вот такой вот. Во, супер. Как раз крышу прикрывает, все наше место закрывает, все отлично. Супер. Сейчас проверим, как это выглядит. Ну, чуть-чуть можно было бы, конечно, его передвинуть. Вот как-то вот так. Ну и сюда мы какие-нибудь кусты забросим еще. Так, дайте мне что-нибудь такое интересненькое. Ух ты, блин, какие-то... Это что? Брусник она. Давай, ставим сюда. Отлично. Отлично. Так, дальше что мы можем сюда еще забубенить? Боярышень. Так. Один. Что это? Ух ты, блядь, нет, такое слишком большое. Какие-то кусты. Нет, ну какие-то цветочки надо засунуть туда. Во-во-во-во-во, что это такое? Голубо-липийская филе. Средняя. Ага, средняя. Это что у нас здесь такое? Это тоже не подходит. Что это такое у нас так? Это что это такое у нас такое интересненькое? Поставим. О, круто выглядит. Это что такое? Глицинная стволь. Я вообще первый раз слышу такое название. Нормально, все. Так, отлично. Вот сюда что-то еще забубенить какую-нибудь. Во, супер. И сейчас просто берем это мультитулом, копируем и переносим. Идем к нашему... К нашей зоне. Алло, ты где? Дружище.
кто она провалился сквозь землю. Так. Это будет. Давай тут где-то здесь. Вот тут как деревья сядет. Станет. Сядет, блин. Вот, отлично. Хлебейс есть. У нас есть. Как раз красиво получается. Здесь деревья у нас закрыто кронами, да, все отлично. Сейчас второе, что мы построим. Мы построим. Так. Потом что-нибудь добавим здесь, конечно, сделаем по-другому. Построим торговый пункт, да, нам нужно. Значит, что мы делаем? Мы берем и. Опять же, зажимаем эту тему. Да не вот это все, блин, вот это только. Эту копируем. И уходим опять же. Сюда. Да, и сами мы уходим туда. Ну да, я shift там зажимаю, получается, он, блядь, идет вниз прям. Так, делаем вот так. Вот. Бросаем. Так, отсюда мы вытаскиваем. То бишь, открываем этот модуль. Группа 11. Открываем это. Продаем. И вместо этого ставим... где наши объекты? Ставим... Торговую. Научный центр нет. Потом это будет центр обмена животными. Вот то, что мы ставим следующее. Видите, он сразу становится в центр. И все, и не надо больше париться нам ничего делать. Следующее, что мы делаем, меняем табличку. Это опять же строительство. Эти. И что это было у нас? Это у нас был обмен животными, да? Вот это. Пока что поставим сюда. Это убираем. Это поднимаем. М. Сначала М и наверх. Наверх. И Ctrl вытаскиваем. Опять Shift наверх. Ctrl зажимаем. Вставляем только нам надо. Вот так. Тихо, тихо, куда ты пошел? Так, типа не понял. Алло. Вот. Отлично. Ну, опять же, да, сразу же сейчас берем это все. Копируем. Переместить. Тихо. Как только я не скопировал все. Вот. Переместить. И уезжаем обратно. Будем ставить его наискось. Сейчас на противоположность ставим. Так. Сейчас поверну его. Вот. Таким способом. Так. Так, что ж ты мне тут не даешь покоя, дружище? Не хочешь работать, как тебе полагается. Хм. Очень интересно. И почему ты не хочешь действовать сейчас? Ты уже... Группа закрыта. Че ты меня паришь? Выйти. Ну, и переместить сейчас надо. Ну вот, вот сейчас все просто. Нам группа была открыта. Ты мог ничего не сделать. Так. Нет, поставим вот чуть-чуть, где-то вот сюда, наверное, да, вот так как-то. Ну, теперь, может быть, ниже еще оставить, не? Вот так. Вот. Отлично. Супер. Есть, значит, торговая. Что следующее, что надо сделать? Нас построить... Какую-то...
Как он назывался объект этот? Сейчас помню. Научный центр маленький. Будет потом большой. Служебное помещение маленькое. Это что, ветеринар? Угу. Домик строителя, так, карантинная зона, мастерская, научный центр маленький, да, сначала построим научный центр маленький, и потом уже начнем заниматься животными, друзья. К чему это все? К тому, чтобы мы могли заняться параллельно исследованием чего-то, и всяких плюшек, разных игрушек, и все остальное и тому подобное. Так, копируем, убегаем опять же за пределы нашей территории, где мы все строим. Так, сюда. Опять открываем объект. Это, опять же, удаляем. И строим объект маленький, да? Объекты. И строим объект... научный центр маленький, да? И опять же вставляем сюда его. Идем к к табличке. Строительство таблички. И у нас это раз исследование, да? Поставлю сейчас пока что сюда. Это мы уберем. Ну, а это мы поставим М. Так. Чуть надо подправить. Ну иди сюда, шопа. Отлично, все. Так, построили. Ну опять же, отмечаем. Переместить выделенное. Так, стопе. Что-то мы не все отметили. Вот так, все отметили теперь. Поставим вот сюда где-нибудь. Так, стопэ. Так, выйти. Так, чтобы это у нас дверца была здесь, так что не прикрасать все отлично. Так, где-то вот. Нет, не получается, да. Можем чуть побольше угол сделать тогда. Вот это вот так. Нет, так. Нет, вот так. Отлично. Все, супер. Следующее, что нам надо построить, чтобы у нас наши людишки хорошо себя вели, нам надо построить зону отдыха для них, да? Ну, короче, займемся этим делом сначала, чтобы у нас не было проблем вскакивающих объектов, что надо, что-то, что здесь такое. Операционная, это все комната отдыха, это понятно. Сейчас мы сделаем комнату отдыха. Объекты. Комната отдыха довольно-таки большая. Это является служебным помещением, малое, да, вот такое вот. Сейчас посмотрим. В дальнейшем мы сможем сделать большую. Так, у меня тут есть одна идея с этим, что же можно сделать. Скажу честно, подсмотрел у пацанов. Ну ничего, что же делать. Жизнь такая, аниме такие. Отрасль строительства, значит, так, мы сейчас его построим тоже, опять же, скорее всего, бетоном. Можем вот такую вот тему засунуть? О, кстати, не поможем. А это что здесь? Не, ну, значит, а, не, есть, смотри. Не, ну так, нет, это не, лучше тогда уже тогда сделать нормально стенки. Здесь, друзья, так, шлакоблок. Давайте сейчас шлакоблока сделаем. А зачем слаком? Нет, не будем делать, что у нас же бетон, значит, с бетона будем делать. Бетонная стенка. Вот и будем делать с бетона. Чтобы это все было одинаковым. Раз. Два. Ну и окошко. Отлично. Ну и опять сейчас заберем
Раз, два. Раз, два. Следующее, что нам нужно? Дверьки, дверцы, дверцы. Вот так. Потому что мало вариаций, можно было что-то еще разное придумать, чтобы оформление этого все дела, чтобы деревянные там, вот, не знаю, куда это говорю, вот это глиняная черепушка, куда делалась, вообще без понятия. Почему у меня ее нету? Так, что это у нас здесь? Нет, походу так идет, да? Да, вот так. И сюда, не знаю, потому что сколько будет нужно места для этого всего дела, да? Ну, не знаю. Можно потом еще один такой объект еще засунуть сюда рядом, да, поставить. Не знаю, ли это будет работать таким образом. Не знаю, так что этим пока не будем заморачиваться. Ну и ставим крышу. Крышу у нас вообще отдельная, друзья. Что это, блин, парит мне мозг. Крыша. Крыша. Иди сюда. Крыша у нас идет вот такая вот, да? Или нет? Нет, не такая. А у нас есть деревянная крыша вообще? В этом плане. Нет, у нас нет деревянной крыши только. Это сколько? 4 метра, да? 2 метра, надо метр. 4 метра. А, это не то. Метр. Вот это вот, вот такая вот, 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 вот. Вот, 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 вот. Раз. Два. Это убираем, это убираем. Ну, где ты там? Металлическая крыша, да? Ой, так, секундочку. Вот что такое оно получилось у нас по оформлению нашего объекта отдыха, как говорится. Так, секунду, сейчас поставим мы знак. Знак, как обычно. Так, где у нас отдых. Вот кофеек. Это наверх. И оттаскиваем обратно вот сюда. Это так, да? Ставить это вот так, надо по центру ставить, чтобы более-менее нормально выглядело. Так, отлично, пойдет. Так, значит, сюда свет сейчас подведем, да? Даже вот сюда такую одну поставим, вот такую штучку достаем. У нас что-то вроде бы, знаете, у нас что-то кофеюшник, много места. Кстати, надо было это тоже поставить нам к не, на камень-то ставить мы не будем. Это здесь нормально было. Алло, куда ты побежал? Что ты лег? Серьезно? Ну иди в баню. Вот. Не, один хватит, одного нормально хватит. Потом это мы еще здесь добавим некоторые вещи, потому что здесь не можно их построить, потому что мы не сможем потом их передвинуть. Так. Отлично. Чуть выше поднимем. Все. Ну, давайте сейчас потащим, посмотрим это все дело. Очень долго парился да, балками, ехали, не мог нормально подставить их. Сейчас давай отмечаем все. Переместить. Все забрали, да, отлично. Ну, идем сейчас в эту сторону. Шифтом не иду, потому что, опять же, где-то под землю мне это все залетит. Так, отлично. Сейчас надо все повернуть. Выйти из редактора. А где он? А, не было места ему там. Из редактора надо выйти, чтобы это все переместить нормально. Так, это... Не-не-не, вот, тихо, спокойно, Вася, спокойно, так, хорошо. Отталкиваем, смотрим, что это у нас тут получится такое. Надо еще повернуть их.
Ну, смотрим, как это все получилось здесь. Ой, что-то это дерево здесь не вообще не алё. А ну, переместим его куда-нибудь. Сюда куда-нибудь. Сейчас его повернем, так, чтобы он кроной не ломал нам стенки. Нормально. А, ты, алё, чё ты не встал? Тихо. Ну, поставим, значит, на камень. Ну, пальмы закрывай тогда, не алё. Не разрешает наставить сюда. Ну, просто потому, что там было... Так, а сюда уже нам надо сделать, поставить с... Так, подожди. Да, строительство. Строительство. Украшения. Где у нас украшения? Украшения. Нет, не в украшениях. Реквизиты нет. Так, подожди, а где у нас были украшения? Не помню. Так, секундочку, друзья. Еще мы найдем то, что нам нужно. Тут непонятно, где это все находится. Надо найти еще. Это не то. Вывески. Ладно, поищем через здесь. Может быть, здесь еще есть. Нет, так сказать, вот в объектах будет. По-любому это в объектах будет. Вот, вот, вот это. Если мы здесь ничего не можем поставить, да, в связи с тем, что у нас здесь нету земли. Мы сейчас поставим землю. То есть не землю, а мы поставим дорогу. Не-не-не-не-не, дружище, не по сетке. Или не хочешь, да? Жопа не хочет. Ну ладно. Значит, он по-другому. Ну ладно, ладно. Нет, ну тут надо... Значит, нам по-другому. Ой-ой-ой, ну ты пошел, кот, ты пошел. Так, значит, сделаем так. Редактировать. Это уберем. Это уберем. Это уберем. Это уберем. Это уберем. Может, это сейчас может получится у нас выйти. Дорожки. Угу, херас два. Не получается так, как я планировал, да? Не получится мне засунуть туда дорогу. А если мы по сетке, ну навряд ли по сетке смогу это что-то сделать. Ой-ой-ой-ой-ой, куда ты ушел? Не-не-не-не-не-не, дружище. Жопа, жопашная, ну. Так, не получается, ну да? Ну жопа. А если мы поставим просто дорогу, не по сетке. Не хочу я сетку, ты жопа. Перила у дорожки на земле. Привязка к барьерам. Перекрестка при состоянии. Так. Так, сложение ландшафта. Ну не смогу я вам, не смогу я тут ее сделать. Это плохо, это очень плохо, мать моя женщина. Может, можно, знаешь, как сюда засунуть, чем-нибудь сделать, нифига не получается.
дорожка. Ну, нам... ну нет, он не дает мне... Сука. А если мы сделаем очень такую маленькую дорожку? 2 метра, например. Нет, 4 могут длина. 1. Но не получается. Ой, что это такое у нас? Да ёшки-матрёшки. Так, поди... Что произошло? Куда... Что случилось? Странно... Ну хорошо, хоть это там еще осталось. Ну а тогда мы вернемся сюда, у нас уже нечего смысла тогда так делать, как я хотел, планировал. Не получилось так, я планировал, значит переработаем по-другому. Как сделать, друзья, вернусь обратно к вам. Что ж, друзья, вот что-то такое получилось, не стал заморачиваться с этой системой. Потому что, ну, очень, очень как-то не получалось, как я очень планировал разные вещи, но нихера не получалось. Поедем таким образом, ну что ж делать. Потом, может быть, что-нибудь, какие-нибудь там модики докачали, что-то вроде этого, чтобы более-менее можно было какие-то, не знаю, вариации разные придумать. Пока что ничего не получилось, вот действительно тут. Мучился, мучился, ничего не получилось в конце концов. Инструмент, конечно, большой и очень обширный, но не такой уж массивный, чтобы это было все сделать можно было. Так, ладно, короче, тогда сейчас займемся животными. Как только закончим с этим вот. Так, это надо посадить вниз, да? Так, все, вот это у нас. Вот так, отлично. Отлично, все. Теперь можно нанять работников. Работник зоопарк. Работники. Я пока что по одному наберу. Уборщик одного наберу. Заберу. Раз. Уборщик, зоопарк. Смотрителя тоже одного пока что возьму. Посмотрим, как они справятся. Механика тоже. А, ну, все по одному. Охранника. Не, охранника возьму 2, кстати. Мало ли что. Неадекватный продавец. Ветеринар. Но ветеран пока что не нужен. Ну, может быть, нужен будет. Возьмем, короче, поставим. И тогда построим потом уже место для него. Так, смотрим, что с животными можем делать. Мы, где наше животное? Так, кстати. Научный центр. Другой, так, зоопарк. Объекты. А почему... Так, а почему я не могу не зайти в него? Так. Что, ваш сигнал тревоги? Что ты хочешь от меня? Так. Итак, можем так. Янс, так, что ты будешь делать у нас? Это что? Какие-то тут... А, мне сначала надо животное вроде, потом я смогу с ними что-то с ними делать. Ладно, давайте посмотрим, что мы за животное можем приобрести. Это у нас здесь. Центр обмена животными. Так, с распродажа. Что, ничего нету, блин, алё? Вот, рынок животных. Так. Трубка зуб. Вот листики, да? Я не хочу за листики, хочу за деньги. И что это такое у нас? Я могу выбрать? Блин, хочу спросить, что это за животное? А, вот все. Так, зоопедия. Так, зоопедия. Так. Трубкозуб на самом среднего размера, который встречается по всей территории тропической Африки. Трубкозуб обладает розовой серой кожей, с редкими жесткими волосами, большими тонкими ушами, вытянутые свой голеномалый, напоминающий синего пятачок. Длина тела возрастает трубкозуб составляет от 105 до 130. Длина хвоста от 60, весит он около 40 кг до 65 кг. Причем самцы намного крупнее самок. В целом трубкозуб не находится под угрозой исчезновения, но в некоторых регионах животных считаются уязвимыми для пропитания в дикой природе. Трубкозуб необходимо обширные угодья, из чего для них представляет опасное изменение землепользования, а именно расширение сельскохозяйственной земли и урбанизации. Бывает, что их убивают фермеры, недовольны тем, что трубкозуб распахивает их землю. Также они могут отравить пестицидами, используемыми для уничтожения насекомых, которые пытаются. Трубкозуб находится под охраной в национальном парке, заповедниках. Так,
вызывает наименьшее опасение. Так, естественное образование. Так, сколько ему надо метров? 330 квадратных метров. Ага, воды 0. Класс. Требования к объектам лазания 0. Ну чё, так 16-30 класс, второй. А, это к вольеру 2, чтобы они его не разбили. К чертовой матери. 18 лет, заблокированы. Факты, интересно, заблокированы. Ага, тут лакомство, мясная каша, диета, да. Ну давайте туда трубка зубов возьмем парочку. Центр обмен животными, обмен экспозиционными экспозиционными, надо простые торговые животными. Этих двух штучек возьмем. Это вот самка. Мне нужен самец. За бабо. Сы. Мы берем самца. Принять. И самец нужен, да. А тут какие-то буйволы только, блин. Твою дивизию, а? А самца нету, да? Ну есть самец только, блин. За 1200. Ты нихера себе. Цена, давай. Ой, ёшки-матрёшки. Лев, крокодилы, возраст, цена. Подожди, давай по виду туда пойдем. Вот. Так, девушка у нас есть уже. Буйволы, бифы, буйволы, буйволы у нас 1700. Ну и что, тогда возьмем только пока что одну. Может быть, потом появится у нас какая-нибудь... Это как его? Еще один трубкозуб, только уже мужского пола за деньги, а не женского пола. Да, слушайте, у нас ничего здесь нету, ни чуда. Кстати, сейчас у нас есть это животное, пора проверить, или могу я выбрать вообще сейчас изучение. Так, а где у нас животные? А подожди, а почему я не могу ничего исследовать? Только... А, может мне надо построить вольер сначала, а потом уже заниматься этим делом. Сейчас, секунду, друзья. Ну ладно, нам 330 метров надо, да? Давайте построим тогда вольер какой-нибудь. Так, а, кстати, я же не закончил все это дело здесь. Я хотел здесь еще пару этих сделать. Ну да ладно. Короче, построим сейчас вольер где-нибудь в этой области. Так, дверь, дорогу надо каменную. Ширина посетки. 2, 3, 4. Так, 4. Следующая чувствую... Бляха, муха, ну что ж ты делаешь? Посетки, дружище, посетки. Вольер. Нам нужен вольер. Так, где наша дорога наших работников? Ага, здесь. Значит, мы сделаем так, что у нас... так, вольер. Так, вольер, вольер, вольер. Барьеры, вольеры. Так, шлюзы. Ворота вольера. Так, значит, 330 метров, да, нам надо было. Значит, не надо, не строить, не будем строить большой. Такой более-менее. Так, где-то сюда первую поставим. Значит, берем сейчас импровизированную стенку, которая условная ограда, которая просто определяет, в какой, по какому направлению будем двигаться, да? Идем по... Или подожди. Идем по... Так, подожди, идем прямо. Почему ты идешь прямо? Прилегнуть в секцию, так. Так. Нет, тут у нас будет, кирпич. Ой, тихо, 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 иди сюда. Так, как можно ближе. Так, тихо, прямую. Вот, раз. Два. Три. И отсюда уже уходим обратно. Вот. Так, тут уже будет уже кирпич. Уже прямое. Вот можно по сетке лебануть, а? Что такое? Волнистые верха, ровные верха. Не могу я тут ничего, да, тут по сетке делать, да? Одна и куш... Так, ладно, идем туда так прямо. Так, я думаю, что будет ему нормально достаточно. Ты серьезно? Алло. Да японский ты городовой.
Закругленный надо. Иди сюда. Вот так как-то. Так как у нас будет здесь бетон, можно сразу бетон ставить. Два. Три. Тоже вот такую. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Ну и здесь тоже кирпич. Так, ну давайте кирпич уже ставь, ёхай, мёшки-матрёшки. Что значит слишком короткая цель? Ты чё, охерел? Ладно. Это все это странно, отсюда не хочешь заработать у меня здесь. Вот. Сюда тоже. И получается кирпич. Отлично. Ну а здесь уже стекла поставим тогда. Сюда и вот сюда. Ну чё ты не ставишь стёкла, алё? Какие-то странные. Ты серьезно, чувак? Ты чё? Блядь, почему тут стекло стоит? Или слишком близко подъехал к вольеру, наверное. Ой, к этому, к дороге. Что такое плюс? Чего? Без... Что происходит? Ставь стекло, сука! Очень интересно. И решетки можешь поставить. Скорее всего, то, что я слишком близко к дороге, не? Ладно, сделаем по-другому. Угу. Потому он не хотел ставить стекло, потому что слишком... А, тебе слишком близко. К вольеру. О, к дороге. Сука, ну. А если прямую? А, вот. Раз. Два. Три. Четыре, все, нормально. Отлично. Так, сейчас нам надо что сделать. Кстати, да, из-за того, что у нас нету так черепицы, я сделал, короче, одну тему. Может быть, сказать, прочитерил, да? Можете так сказать, да? Персонала. Дорога для персонала. Идем по сетке. Ну, а слияние, чё нет? Отмена сетки. Ну, допустим. Вот. Допустим, вот так. Вот ты жопа. Ну, допустим, так как-то, блядь, получилось, да, как-то не очень. Ну да ладно. Я построил в вольере, например, вот объекты, да, вот, так как я не мог найти
Нет, Валер, как я не мог найти вот череповицу, да, я его просто скачал с Стима, да. Типа готовый вот такой шаблончик. Красиво, да, но я сам не мог его сделать, так как иначе у меня нету нужной темы, чтобы я это мог туда засунуть, да. То бишь нет этой верхней череповицы. Так. Его, значит, куда-то поставим сюда, наверное. Может быть, Валер слишком большой, не знаю, посмотрим. Тут еще потом водичку сделаем, так что у нас здесь, посмотрим, как он выглядит. Здесь у нас все нормально. Да, нормально. Сюда принесем, значит, сейчас этих животных, которые у нас есть. Где наша живка? Иди сюда. Так, нет, у нас торговля животными. И вот. Переместить. Вот сюда. Еще можно даже, сказать, открыть уже тогда парк. Все, погнали. Так, следующее, что мы сделаем. Вольер. Не знаю, где это находится сейчас. А, нам надо жрачку сделать. Корыто мало для еды. 10 тысяч. 100 тысяч, нихуя себе. Миска для воды. Миска для еды малая. 50 тысяч миска для еды большая. Поднос для еды. Это что? Колонка с водой. Фонтан с водой. А если мы вот такую поставим тему? Один сюда. Другой вот сюда. Ну и посередине. Корыто с водой малая. Корыто с едой малая. Миска для воды большая. Миска для воды малая. Миска для еды большая. Корыто для еды малая. Может, корыто? Не знаю, корыто пойдет. Один. Ну, два, например, вот так. Ну, посмотрим, что будет сейчас. Так, что здесь? Что-то 11. А. Что не может доступный свободное место отдых комнаты? Иди в баню ты. Слышь. Нахуй, ты чего? Вы даже не работаете, уже отдыхать хотите? Да подожди, тут что, как получается? А что это так в воздухе висит, я не понял? Значит, ага, я понял. Значит, ну, что мы должны делать? Это мы должны вот это все. Это вот это все. Посадить ниже. Так, выделить. М. А почему не едем? А, вот, все, пошел процесс. Животное принесите мне туда. Ого, пошел за животное, походу, да? Так, ну ветеран что не может найти, это понятно, что он не может найти. Так, Science, лаборатория. Он несет жилку. Центр. А почему, где, я не понимаю, где я могу изучить? Вам нужна мастерская. Может, мне надо мастерскую, чтобы он изучал, типа, игрушки для этого? Сейчас посмотрим. Ладно, ветеринар. Янец, ты будешь что, уровень изучать это будешь, что да? Ну, как ты тут себя чувствуешь, дружище? Так, что тебе тут надо? Смотрим. Что там мелкий хочет? Так, питание. Игрушек у нас, конечно, нету. Так, смотрим, что у нас тут есть. Питание. Мирно качественный, да? Что тебе еще тут по... земля тебе нужна, да? Земля тебе нужна, да? Земля. Рыхлая земля, грязная земля. Давай тут. Ой, какая большая кисть. Зачем такую большую кисть? Нет. Наверное, может, надо было побольше сделать. Во, низкая трава. Отлично. Все плюсиком. Так что здесь у него качество покрытия хорошее. Так, игрушек у нас нет, потому что надо изучать их. Взрослость. Так, хорошо, отлично. Что здесь? Размер, иммунитет 33 сравнить. Ага. Все, смотрим. Так. Может, какой-то прут еще добавить, да?
Так сколько у него, сказать, что у него по укрытию 100, ландшафт 100, размер, питание, питье, качество 65, обогащение, благополучие, умеренное, ясно. А где у нас было по размеру площади? Ой, слишком много, на 718 квадратных метров. А, надо 330, да? Ну, понятно, что чем больше у нас будет этих особей здесь, чем больше это будет уменьшаться. Так, хорошо, ладно. Тогда что нам еще можно забросить какие-то природа, какие-то камушки можно закинуть. Ой, не такой большой валун, что ты. Мне тоже такой нет, так. Какой-нибудь камушек сюда забросить. Можно еще какой-то здесь пруд сделать маленький. Смотрите, что мы сейчас сделаем, друзья. Мы сейчас пойдем по ландшафту. Углубление. Слишком много. Большая. Так, делаем. Может, не захотят по луже там полазить. Не знаю, посмотрим. Да, посмотрим. А чё такая вода такая странная выглядит? Да ладно, например, так, подожди. Так, что можем еще сделать? 623 квадратных метра. Природа. Можем что-нибудь еще такое интересненькое сюда поставить, посадить. Так, что это у нас? Нам нужны какие-то... камыши, что ли? Вот такую тему забросим. 340 тысяч. Во-во-во-во, такую тему. Так, есть камыши у нас. Вот такую пальму засунем, что-нибудь такое, такое интересное бы засунем. Харбис, два, три. Отлично. Камыши хочу, такие камыши, которые растут, знаете, вдоль водоемов, но не могу их найти. Но они должны быть по-любому. Так, это что у нас? Площадь? Нет, это не то. Дайте мне камыш, пацаны. Во-во-во-во, что это? Тростник. Вот, тростник. Отлично, сейчас засунем. Так. Отличненько, так. Это вот так закроем. Не выходит из-за грани? Не, отлично. Супер. Следующий, я хочу какой-нибудь камушек забросить сюда, да? Камушек такой. Ух ты, блин, какой огромный. Во-во, маленький такой. Так. Как ты тут, малыш, себя чувствуешь? Все хорошо у тебя? Да, ну с игрушками будем смотреть дальше, как там что делать, да? Так что, такие делишки, друзья. Что я хотел еще сделать? Я хотел сделать еще вольер. Тут должна быть какая-то фишка по бабосикам, да? Барьеры, вольеры. Есть какие-то, кто там, денежки, объекты? Ага, вот в объектах. Поддержка, да, типа... чтобы они нас денежками снабжали. А, информационная табличка еще может быть. Ага, это так, подожди, что это такое? Так, это что? Урна. Нам нужна урна. Урна чего? Мусорный бак. Нам нужен мусорный бак. Один сюда. Чтобы мусор не бросали на улицу. Второй. Так, следующее, что нам нужно. Это что такое? Не беспокоить. Это не то. Обучающий образовательный стенд, вольер, ножки. Ептай, вот что это такое? Так, подожди секунду. А как это действует вообще?
Информация о животном в вольере. А как я мог его выбрать? Допустим, мы его сюда куда-нибудь забубеним. Не знаю, в общем, как он работает. Как нету? Вот. Нет электроэнергии? А подожди, как тут что-то, подожди, с электроэнергией как-то разобраться, подожди. Строительство. Вот за парк прибыл VIP-гость. Нихуя себе. Ну и черт с тобой, VIP-гость, что ты, блин, думаешь? Зоопарк. Что это такое? Открыть зоопедию. Это что, это не исследование? А, вот у нас есть игрушки всякие разные. Ладно, ладно, короче, смотрим. Объекты. Не-не-не, вольер. Игрушки. Лакомство? Ну где игрушки? Ну это которые у меня куплены. А, типа, что ты открыл такое интересное? Это, наверное, вопрос на миллион. Ну лак. Лакомство, ничего нет такого. Поилки. Кормушка. Лакомство. Нет, ничего здесь нет такого. Так, подожди, значит, так что? Зоопарк. Ну, исследуй дальше. Что-то я не въехал сначала. Тут энергии нет. Почему энергии здесь нету? Энергии... А где электроэнергия? Как я могу энергию подвести сюда? Ладно, что так? Это что? Это выключатели, включатели, переключатели. Ладно, это, короче, разберемся потом. Так, вольер, барьера, барьеры... Вольер. Ну, в вольере должно быть где-то бабос или нет. Природа или не. Объекты, наверное. Скорее всего, в объектах. Урны для пожертвования. Что это такое? Банкомат. Водоснабжение. Вот, вот. Ящик для пожертвований. Один. Два. Ну и три. А подожди, что с этим водоснабжением? Как-то не понимаю, как он работает. Ну ладно. Ой, ёпта, где свет? А как электроэнергию приводить, я не понял. Где я могу взять энергию? Это что такое? Трансформатор. Вот такая... Ладно, попробуем поставить сюда его. Чисто так поинтересно. Да, вот сейчас есть у нас образовательный материал. Надо его как-то было обшить сначала, а то я как-то тупо поставил его вообще некрасиво. Ну ладно, это за месяц потом. Так что, друзья, если вам понравилось видео, если есть какие-то советики, пожалуйста, поставьте комменты, лайкосики, подпишитесь на канал. А на сегодня мы закончим это прохождение этой серии. Так что, друзья, спасибо за вашу поддержку. Еще раз лайкосик, подписочка, комменты по поводу всяких пригодных... как говорится, советиков и так далее и тому подобное. Так что другое. Всем доброго, друзья. И увидимся еще скоро, друзья. Пока-пока.